Видео уроки корейского языка. Ансео, да? Сегодня мы с вами продолжаем. Какой урок? Девятый урок, да? В прошлый раз мы уже начали куда-то путешествовать. Как вы скажете, вы были там, вы ездили туда? Не, 가봤어요. 네, 여러분들이 한국에 가봤어요? 아니요, 아직. Что? 못 가봤어요? 네, 꼭 가보세요. 네? 가보세요 뭐예요? Съездите, попробуйте. 네. Съездить. 네? 네, 여러분들이 어느 나라에 가봤어요? 어느 나라에 가봤어요? 네. В какой стране вы были? Куда вы ездили? Болгария, Болгария, что? Кабасоё, да? А если вы хотите сказать съездите туда, тогда? Кабосоё, да? Съездите туда, когда вы что-то кому-то хотите посоветовать, да? Куда-то поехать. Не, а еще вы можете посоветовать, куда поехать? М? В город? В какой город? Да? Не, Соуре Кабосео, да? Соуре Кабосео, да? А если вы хотите сказать, что съездите, куда? В Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, как будет? Кабосео, да? Еще раз вспоминаем. Кабасео – это я уже там был, ездил туда. А кабосео – съездите, попробуйте съездить. Не. А, и куда же мы с вами ездим обычно? Куда? Отдыхать, да? В путешествии куда мы ездим? Не. Падае кайо, на море, да? Еще куда мы ездим с вами? Канг, да? Давайте вот как раз-таки посмотрим слова, которые у нас с вами есть, да? Канг, да? Кангио. Мы ездим к какой-то там реке, да? Канг – это река. Не. А, ну, у нас, конечно, здесь поблизости нет этого, да? Но в Корее очень много сом, да? Сом – это остров, да, и в Корее самый знаменитый остров – это остров Чеджу, да, самый большой, да, остров Чеджу. Как он называется? Как мы, вернее, по-корейски говорим? Чеджу до не. Дальше, помимо того, что есть у нас какие-то большие-большие что моря, есть у нас еще и не Хосу, да? Хосу это озеро. Хосу. Угу. Не Байкал Хосу ее, да? Вспомнили все Байкал Хосу ее. Не Таым. Не? Унчонио. Какие? Горячие источники, да? Унчон. Не. Следующее слово. Покпо. Его сын покпо имени, да? Покпо, водопад. Не. Таым.
Его сын Юдёк Тимни, да. Какие? Исторические достопримечательности. Не, Юдёк Ти. Дальше. Минсокчон. Фольклорная деревня, да? Минсокчон. И да, ёробундери хангугорел вепо пёвоё? Ёробундери хангугорел вепёвоё? Драмарил чувахеё? Драма чварёнгдиё. Драма чварёнгдиё. Да? Место съемок драмы. Да? Следующее у вас как раз слово. Драма чварёнгдиё. Угу. Это место съемок какой-либо драмы. Ну, конечно же, у нас есть очень много с вами мест, куда мы с вами можем поехать. Да? Помимо всего того, что вы назвали. Да? Если, как вы можете описать это место? Да? Например, вот мы с вами прошли. Покпога оттео. Да? Идемте к доске, Свет. Да? Покпога оттео. Давайте посмотрим. Покпога. Арымтауйо. Не. Арымдавойо. Можете поднять? Не. Покпога. Арымдавойо. Йогинын одео? Минсокчон. Да? Минсокчон. А, Ханокмаыль здесь, да? Ханокмаыль это какая? Национальная деревня, да? Ханокмаыль. Такая деревня какая? Традиционная, да? Именно в традиционном стиле. Ханокмаыль. Она какая? Юмёнгхэё. Да? Ханокмаыри Юмёнгхэё. Как мы переводим это? Известная, да? Йогинын одэё? Сараксаньё. Не, сараксаньё. Сараксани оттэё? Кёнчига чувайо. Не, сараксани оттэё? Кёнчига чувайо. Угу. Таым? Чонжу. Чонжу. Чонжу это? Город. Не. Чонжуэ сарамдери чинчорэ. Чинчорэ. Не. Чонжуэ сарамдери чинчорэё. Не. Соул. Соул. Соул은 어때요? Соул에 교통 편리해요. 교통이 편리해요. Угу. Дальше, Настя, идем. Вспоминаем, Юдёк-ти, это что у нас? Юдёк-ти. Исторические достопримечательности, да? А если мы хотим поехать, да, туда, тогда мы как скажем? Юдёк-ти. Громче, Настя. Юдёк-ти, Йоханиль. Не, юдёк-тие, йохэнгэль, кайо, да? Дальше, здесь что? Ончон. Какой вы можете глагол подобрать из этих? Ончони арымдавую, ну да. Может, кому-то ончон что? Источники красивые, да? Или что можно сказать? Ончони... Знаменитый, да? Знаменитый как будет? Не. Ончони юмёнгхэё. Ончони юмёнгхэё. Дальше. Драма. Что? Чварёнгди, да? Место съемок драм каких-то.
네, 드라마 촬영지 에 여행을 해요. 나 드라마 촬영지에 여행을 해요. Да? Дальше. Намисхом это что? Название острова. Да? Остров Нами. А, ехать и осматривать этот остров. Как вы скажете? Осматривать что? Какой падеж? Не. Намисомыль кугён хэйо. Разобрались? То есть, если мы говорим, что... Ну, я чё сам не да, Настя, анджисэйо. А если мы говорим, что еду куда-то, то мы говорим э, да? Например, еду в горы, как вы скажете? Санэ кайо или санэро кайо, да? А если еду на остров, тоже будет? Со... Ме, да? То есть, если в русском, если мы говорим по-русски, да, я еду в горы, мы едем к реке, да? Или мы едем на остров, то в корейском языке мы говорим все это просто э, да? Это я вам к чему говорю, что вы не забывали, что как, насколько корейский язык простой, да? Дальше. А если мы хотим сказать, что я осматриваю это, да? Или я еду что? Чтобы посмотреть. Чтобы посмотреть. Тогда мы ставим окончание «ыль» или «рыль». Да, винительный падеж «что». Не. А, драма чварёнгди – это что? Место съемок драмы. Да? Вот если вы посмотрите здесь на картинку, «тэйтянгым», вот здесь видите, здесь написано. Мелкими буквами здесь написано «Тэйтянгым чварёнгди», да? То есть это место съемок драмы «Тэйтянгым», да? Если вы хотите, да, то вы можете посмотреть этот сериал, да, эту драму, которая называется по-русски, она, по-моему, называется «Жемчужина королевского дворца». Про девушку, которая готовила при королевском дворце, потом стала знаменитым доктором. Да? Дальше. Намисхом. Да? Намисхом. Если вы посмотрите здесь тоже на картинку, здесь что, видно кому-нибудь? Два снеговика. Да? Вот этот намисхом знаменит. А, намисхом это тоже драма чварёнгдиё. Да? Намисхом ин драма чварёнгдиё. Это что? Место съемок драмы, да, эта драма называлась «Кёуль Йонга», «Зимняя соната». Сразу все вспомнили, да? Это один из самых первых сериалов, да, который стал у нас показывать, который вообще увидели мы, поэтому этот сериал был очень известным, поэтому специально, особенно в Японии, да, поэтому очень много прям группы японцев, которые до сих пор ездят специально на Намисхом, чтобы посмотреть, где снимался этот сериал. Да? Намисхом. У нас, к сожалению, по-моему, еще такого нет, да? Что мы специально едем в путешествие по местам съемок каких-то драм. Да? А в Корее это устраиваются даже специальные туры, которые ездят по местам съемок каких-то очень известных драм. Разобрались, да, немножко? То есть мы с вами уже поехали куда? Везде уже съездили, да? И в Корею, и в Кюнг, и к озеру, и в горы, и так далее. Да? Если мы хотим куда-то поехать, да? Тогда мы говорим как? Ко щипта, да? Хангуге каго щипоё, да? Я хочу поехать в Корею. Да, я очень хочу поехать в Корею. Так, ну давайте посмотрим. Если мы хотим поехать, да, вот я у вас спрашиваю, оде кабасо, куда вы ездили, да?
и говорю вам: «Хангуге кабосео», съездите в Корею. А вы мне говорите, что: «Да, я хочу поехать в Корею». Тогда вы говорите: «Не хангуге каго сипою». Да? Вот. У нас с вами форма, которую мы с вами сегодня пройдем, это ко сипта. Момо ко сипта. Да? При помощи этой формы вы выражаете что? Свое желание. Угу. Давайте посмотрим сначала в учебнике. Да, почитаем примеры. Таван синын чумаре одее каго сипоё. Да? Попробуем повторить все вместе еще раз. Таван синын чумаре одее каго сипоё. Так, каго сипоё. Куда вы хотите поехать, пойти? Выходные, таван. Не. Чонын нори конвоне каго сипоё. Не, еще раз все вместе. Чонын нори конвоне каго сипоё. Угу. Я хочу поехать в парк аттракционов. Нори конвон — это парк аттракционов. Не. Чонын компьютерыл саго сипоё. Я хочу что сделать? Купить компьютер. Не. Уринын хангук драмарыл пого сипоё. Мы хотим что? Посмотреть корейскую драму. Разобрались? Давайте посмотрим. Значит, при помощи этой формы вы можете выразить свое желание. Да? Вот это щипта обозначает хотеть. Да? А что вы хотите сделать, вы этот глагол ставите вперед. Да? То есть, ну, в любом случае, в любое желание мы изъявляем что? Глаголом, да? Я хочу что-либо сделать. Момо хаго сипоё. Например, чонын хангуге, я хочу ехать. Ехать как будет? Да? Ехать када будет, поэтому каго сипоё. Да? Чонын хангуге каго сипоё. Я хочу поехать в Корею. Да? А если вы хотите задать вопрос, да, то вы тоже применяете что? Эту форму. Да? Айскримыль мокко сипоё. Мокта — это есть. И прибавляем что? Ко сипоё. Получается что? Хочу есть. Хочу есть что? Мороженое, да? Вопрос. Вы хотите мороженое? Разобрались? Айскримыль мокко сипоё. То есть вот эту форму ко сипта вы применяете, если идет что? Утверждение, да? От первого лица. Или вы спрашиваете что? Задаете вопрос? Хотите ли вы ко второму лицу? Да? Дальше. А, тогда что мы, как мы скажем, например, что он что-то хочет, да? Например, там, давайте возьмем, Минсу хочет приехать в Россию. Минсу синын приехать. Россияе приехать, приезжать как будет? О, да. Ого, а вот здесь будет сипо хэйо. Сипо хэйо, да? То есть здесь от третьего, как если подлежащее третье лицо, да, то он что-то, вы, он что-то хочет сделать в вопросе, и в ответе будет не сипоё, а
Чипо хейо. Да? В любом предложении всегда есть сказуемое, даже в самом простом. Помните, если мы говорим «Иго сын чегимни», да, «имни», да, это составное сказуемое. Если в русском языке мы можем сказать, что «я хочу яблоко», то по-корейски мы должны что сказать? Что мы хотим сделать с этим яблоком, да? Купить яблоки, поесть эти яблоки и так далее. Разобрались? Да, давайте еще раз посмотрим. Значит, кощипта. Мы, эта форма, при помощи этой формы вы выражаете какое-либо желание. Да? При этом, если вы говорите, если в предложении что? Подлежащее первое лицо, то мы применяем кощипта. Да? Дальше. Если вы задаете вопрос к какому лицу? Ко второму лицу, да? Ты хочешь что-то сделать? Вы хотите что-то сделать? То тоже будет применяться кощипоё, кощипта. Если подлежащее третье лицо, как в данном случае минсу, тогда мы говорим что? Кощипо хада, да? Ну или там кощипо хейо или щипо хамнида, да? В зависимости от того, в каком стиле вы хотите сказать это предложение. Да? Давайте попробуем еще раз прочитать, повторить. Не? Чонын хангуге каго шипоё. Чонын хангуге каго шипоё. Это что? Я хочу поехать в Корею. Айскрим иль моко шипоё? Айскрим иль моко шипоё. Вы хотите мороженого? Не. Минсусинын рощае ого шипоё. Минсу что-то хочет. Что он хочет? Приехать. Приехать куда? В Россию. Разобрались? Не, чё с ним, да? Кроме он, те хвариль, не, ты робопси, да, те хва и. Те хва и. Лора 씨, 이번 방학에 뭐 할 거예요? 여행을 하고 싶어요. 어디에 갈 거예요? 글쎄요, 아직 잘 모르겠어요. 하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 한번 듣고 따라하세요. Слушаем и повторяем. 라기, 대화 2. 로라 씨, 이번 방학에 뭐 할 거예요? 씨, 이번 방학에 뭐 할 거예요? 로라 씨, 이번 방학에 뭐 할 거예요? Спрашивает у кого сейчас? У Лоры. Да, что спрашивает? 이번 방학에. 이번 방학에 в эти, на этих каникулах. 방학 это каникулы. 네, 뭐 할 거예요? Что вы будете делать, да? Еще раз. Лора си ибон пааге мо халь койо. Лора, что вы будете делать на этих каникулах? Не. Яохэнгэль хаго сипоё. Так, что она хочет? Хочу путешествовать, да? Не поехать здесь, а совершить путешествие, да, но мы обычно говорим, что хочу просто попутешествовать. Не. 어디에 갈 거예요? 어디에 갈 거예요? Куда ты? Куда вы собираетесь? Да? Или куда вы едете? Поедете. 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 글쎄요. Вот это слово «кльсео» переводится как? Не знаю, да? Или можете перевести, когда вы что-то хотите ответить и не знаете, что ответить, вы как говорите? Да? Адик, тальмурыгесе, пока еще не знаю, да? Не. Хаджиман, ончани икко, кынчоэ юзокчидо иннен госе гаго сипоё.
하지만 온천이 있고 근처에 유적지도 있는 곳에 가고 싶어요. 하지만 это что? Хадиман это но, однако, да? Хадиман, но, однако. Я что хочу? Каго сипою? Поехать, да? Куда? Ончони и ко, где есть горячие источники и кинчое юдёк тидо и нингосе. Хочу поехать куда? Косе. В место какое? Иннын, которое есть, в котором есть юдёкти. Нет, юдёкти – исторические достопримечательности, где кынчое. Поблизости, в окрестностях. Да? То есть, хадиман ончони ко кынчое юдёкти до иннынгосе каго сипоё. Но я хочу поехать в какое место, где есть горячие источники и поблизости исторические достопримечательности или памятники. Альгесео? Йоги тельмуни исео? Не. Кромен, йонсип попсида, йонсип мунде, не? Лораси, одее каго сипоё? Тараасео? Лора си, одее каго сипоё? Лора что? Куда вы хотите поехать? Чонын минсок чоне каго сипоё? Я хочу поехать в какую? Минсок чон. В деревню, да, фольклорную деревню. Не. Дальше. А, дальше попробуйте дома составить сами предложения, да? Но когда вы будете их составлять, внимательно смотрите на картинки, да? Потому что вы должны дать ответ в соответствии с этими картинками. Давайте попробуем второй с вами сделать, да? А третий и четвертый сделаете дома. Чен, кто? Чен синын одея каго сипоё? Куда он хочет поехать? Соме, да? Чонын соме каго сипоё. Чё сам не да. Следующее упражнение. Чен синын одея каго сипоё? Чонын драма чорёнгдея каго сипоё? Драма чорёнгдея? Каго сипоё? Туи синыньо? Чонын драма чорёнгдея каго сипоё? Это что? Хочу посетить место съемок драм. А вы? Не. Чонын падае каго сипоё? А я хочу поехать на море. Да? Вот попробуйте дома сами написать. Да? Куда вы хотите поехать и что вы хотите там посмотреть, да? Знаменитое это место или незнаменитое, да? Или можете что? Кого-то пригласить к вам и рассказать о чем-то, да? Например, приезжайте к нам, да? Или рекомендуете, да, куда-то поехать, поезжайте куда-то и скажите, чем знаменитое это место, да? Или чем примечательное это место, чем там привлечь может это место и так далее. Альгесе? Не. Чебесо сукте кок хасео. Обязательно смотрите. Все, на этом можем закончить девятый урок. Сугой сэмнида. Камсамнида.